Всем здорово, ребята! Снова я, снова Ромас. Ну чё ж, начинаем игрушку под названием Railway Empire, типа железнодорожного магната, железнодорожная империя, короче, как-то так. Вот. Здесь есть много всяких разных режимов игры. Есть кампания, есть сценарий, есть свободный режим, есть режим песочницы. Даже не знаю, что начать. Но я думаю, начать с кампании. Там небольшое такое обучение будет в начале. Я его проходил, правда, но его пропустить невозможно. Вот. Но это... Там задания выполнять, короче, какие-то по кампании. В общем... надеюсь, наверное, этим займемся, а там уже посмотрим. Если зайдет, то можно будет потом какие-то сценарии проходить или вообще в песочницу или в свободный режим просто поиграть. Как-то так. В общем, начнем кампанию. Сейчас здесь всего получается сколько? 5 глав. 5 глав. Начнем с первого, остальные закрыты. Есть только режим паузы. Пусть будет обычный. Нам нужны тщательное планирование, таблицы, цифры и надежные факты. Промышленник. А, и здесь ничего не переключается, да? То есть в компании только одна сложность. Ладно, будут звать меня Ромас. Я проанализировал всех претендентов и установил, что лучший выбор — я. Да, ты вообще крутой чувак такой, в шляпе вообще. Прям весь элегантный, так сказать. В 1863 году на берегах реки Миссури началась завершающая глава грандиозного предприятия — прокладки трансконтинентальной железной дороги. Рабочие железной дороги Union Pacific начали прокладывать пути от Омахи на запад через дикое сердце севера американского материка. Их поджидали огромные трудности. Они оказались вдали от цивилизации, где просторы необъятны, погода безжалостна, а работа невероятно изнурительна. Здорово, Маус. Но им предстояло воплотить в жизнь чудо научной мысли, укротить пустыню, покорить ее силой стали, огня и пара. Никто до них не отваживался на нечто подобное, но это время пришло. Приветствую. Меня зовут Томас Кларк Дюрант. Совершенно верно, глава компании Union Pacific. Мы войдем в историю, как те, кто построил трансконтинентальную железную дорогу. А этим, друг мой, как раз предстоит заниматься вам, как ведущему инженеру. Сейчас я не могу лично следить за всем здесь на местах, поскольку мне предстоят встречи с политиками в Вашингтоне. Сначала вам стоит ознакомиться с основными элементами управления. Подвигайте камеру во всех направлениях. Обиделся на YouTube, там снова ошибку чат выдает. Да, бывает такое. Теперь испытайте функцию приближения камеры. Можно также поворачивать камеру. Попробуйте. Очень хорошо. Теперь вы знакомы с основными элементами управления. Вот вам первое задание. Проложите железнодорожную ветку между Омахой и Норфолком на северо-запад. Для этого в обоих городах должны быть станции. В Омахе у вас уже есть станция, а в Норфолке ее еще предстоит построить. Для этого перейдите в режим строительства. Очень хорошо. Теперь нужно соединить эти две станции путями.
Для этого переключитесь в режим прокладки путей. Теперь спланируйте, как будут проходить пути между станциями в Норфолке и Омахе. Для этого выберите по очереди два пути около станций. Затем заплатите за планирование маршрута. Теперь создайте свой первый поезд, чтобы наладить железнодорожные сообщения между вашими станциями. Сначала ваш поезд существует только на бумаге. Без локомотива вам от него мало толку. Купим локомотивчик. Так, вагоны. Что тут можно? Служебный вагон недоступен пока. А, почтовый, вагон-холодильник и вагон-ресторан. Кроме того, каждому поезду нужна железнодорожная линия, которая проходит через станции, где он должен останавливаться. Теперь соедините обе станции с железнодорожной линией, выбрав их по очереди. Для первой железнодорожной линии этого достаточно. Теперь давайте убедимся, что она работает. Очень хорошо. Теперь вы видите путь, по которому будет проходить ваш поезд. Если на пути будут товары для перевозки, поезд автоматически подберет их. Очень хорошо. Теперь ваш поезд курсирует между Омахой и Норфолком. Но можно пойти еще дальше. Каждому городу нужны товары из прилегающих районов. Например, кукуруза. О, и как раз рядом с Омахой есть кукурузная ферма. До сих пор кукуруза оттуда доставлялась в город традиционным способом, и нам нужно изменить это. Теперь в отмеченном месте постройте сельскую станцию, в радиусе которой будет кукурузная ферма. Так, давай построим станцию. Тоже маленькая станция, да? Окей. Давай вот так ее поставим. Теперь соедините новую сельскую станцию со станцией в Омахе. А теперь задача усложняется. Нужно разобраться с логистической проблемой. Жителям Норфолка тоже хочется свежей кукурузы, так что скоро по путям между Омахой и Норфолком будут курсировать два поезда. Моим поросятам на ферме тоже нужна кукуруза. Очевидно, это приведет к конфликтам. Согласен. Поезда не могут проходить друг через друга. Поэтому между Омахой и Норфолком придется проложить запасной путь, состоящий из одного параллельного пути и двух семафоров. Для начала создайте запасной путь. Его длина должна быть не меньше длины полностью загруженного поезда. Так, как у меня там станция стоит? Здесь так, да, давай. С этой стороны. Соединить их надо. Великолепно. Однако поезда не обязательно будут ходить по запасному пути. Обычно они выбирают кратчайший маршрут. Поэтому на каждом параллельном пути необходимо также указать направление движения. Перейдите в режим строительства зданий и поставьте семафор на выделенном участке лицом к стрелке. Теперь поезда смогут останавливаться здесь, когда единственный путь занят. Так, семафор. Здесь давай вот сюда. Со стопом в обратную сторону. Превосходно! Теперь сделайте то же самое на параллельном пути. И тогда у этих двух путей будет разное направление. Разместите второй семафор на выделенном участке и заблокируйте проезд для составов, следующих в противоположном направлении. Очень хорошо. Думаю, это было не так уж легко. Скоро вы поймете, что семафоры очень важны для обеспечения бесперебойной работы железной дороги.
Узнать об этом подробнее и посмотреть подсказки можно в разделе «Помощь и подсказки». Можно, кстати, на поезде прокатиться. Теперь соберите новый поезд, выберите для него локомотив и железнодорожную линию. Ваша новая линия должна проходить из Омахи до Норфолка, куда по ней будут осуществляться поставки кукурузы. Помощник прошаренный. Так, надо еще один поезд создать, короче. Так, кстати, надо здесь сделать станцию. На станции построить здание техобслуживания. 80 тысяч стоит. Теперь соберите новый поезд, выберите для него локомотив и железнодорожную линию. Ваша новая линия должна проходить из Омахи до Норфолка, куда по ней будут осуществляться поставки кукурузы. Ага. Так, окей, новый поезд. Локомотив купим. Вагоны. Ресторан не нужен. Почтовый не нужен, холодильник. Доход от перевозок продуктов питания. О, давай, холодильник поставим. И проложим путь. Значит, с фермы, через Омаху и в Норфолк. Вот так. Да. Окей. Великолепно! Городам вдоль построенной дороги нужна кукуруза, поэтому кукурузная ферма будет автоматически пользоваться услугами железной дороги. Традиционная перевозка обходится ферме намного дороже. Расширим станцию. Но мы все еще кое-что упускаем. Со временем механизмы локомотива изнашиваются, поэтому их следует регулярно обслуживать, тогда они будут работать надежнее. Для этого нужно построить на каждой железнодорожной линии по крайней мере одно здание техобслуживания, где локомотивы при необходимости будут проходить осмотр и ремонт. Так, здесь так. Ладно, мы довольно долго бездельничали. Мне нужно вернуться в Вашингтон, продолжать жалкие попытки договориться с нашими представителями народа. Вот так. А для вас я составил список заданий. Взгляните на него. Вам нужно выполнить задание за отведенное время. Не разочаруйте меня. Так, здесь мы поставим тогда путь в эту сторону. Но я здесь не могу поставить, да? Блин, надо разрушить тогда вот это обратно. Это сломать, потом сделать заново немножко движение параллельное. И потом соединить с этой дорогой. Так, теперь поставим семафоры. Здесь у нас будет семафор двигаться в этом направлении. А вот этот семафор будет двигаться в другом направлении. Вот так. Так, а здесь надо тоже тогда поменять чуть-чуть. Сдвинуть. Вот так. И соединить. Есть. И сюда поставить семафоры. Это у нас движение в ту сторону. А это движение в эту сторону. Вот так. Что он хочет?
Ладно, мы довольно долго бездельничали, мне нужно вернуться в Вашингтон, продолжать делать. Короче, понятно. А для вас я оставил список заданий. Загляните на него. Вам нужно выполнить задание за отведенное время. Не разочаруйте меня. Вот он, задание, да? Соедините Омаха и Нордплат. Омаха Нордплат и Омаха Шейн. Омаха это у нас это. Нордплат это у нас где? А, вот. Вот с этим городом, короче, Омаху соединить. И с Шейном. А, во. Нифига себе. Нордплат и Шейн. Так. Слишком сложная игра для меня. Да не, ничего сложного. Здорово, Мурка. Артем тоже ку-ку. Ау, ау, да, я тут. Че такое? Меня что, не слышно, что ли? Так, ладненько, давай Омаху нужно соединить. Давай поедем туда с Омахи. С Омахи, раз Омахи. Короче, вот отсюда поедем. Бринкс. Даск поддержал на 100 миль. У тебя не работает чат. Даск поддержал на 100 миль. Спасибо, Даск, большое за 100 миль. Чат не работает. В смысле не работает чат? Где не работает чат? Уже норм. Сейчас уже норм. В смысле заблокирован? Ничего не было заблокировано. Все открыто, ребят. Вы что? Это YouTube что-то тупит. У меня чат работает. Даже Маус, видите, сидит где? На Твиче. Он ушел туда из-за того, что чат тупит что-то. Все работает. Все нормально. Это не у меня проблема, это у YouTube проблема. Так. Но в любом случае, Даск, спасибо большое за поддержку. Спасибо, бро. Короче, надо путь сделать, да? Нам надо сделать путь с Омахи до Наркфолка, да? Или как он там называется? Где он? Нордплата. Ой, нифига как далеко-то, ё-моё. Надо здесь станцию сначала поставить, наверное. Маленькая станция. Да, чат не работал. Тоже не мог писать. Ну да, бывают у Ютуба какие-то вечно непонятные проблемы. Так, я вот думаю, станцию, может быть, с этой стороны как-то поставить. Вот так. Здесь надо поставить эту станцию. И сразу в Шейне тоже поставить станцию. Давай, наверное, тоже с этой стороны поставим. А, я понял, не дает построить, пока не соединю этот город. Ладно, не вопрос, сейчас соединим все, сейчас все будет. Сейчас все будет. Значит, линия у нас пойдет здесь, короче, будут проезжать они вот так. А отсюда будет линия уходить. Это отсюда, наверное. В эту сторону. Нет, погоди, не отсюда. Вдали. Здесь будет перекресток вот так. Во. Что-то типа того. И напрямик сейчас соединим. Где он там? Ох, нифига, как он далеко находится. В общем, надо провести так, чтобы здесь ничего не, это, не пересекалось. Давай, наверное, вот так пойдем. Потом сюда. Здесь как-то вот так. И потом соединимся уже со станцией. Вот так.
Сколько это? 142 тысячи будет стоить. У меня всего 250 тысяч. Хорошо, дело сделано. А, мне заплатили 350 тысяч. Прикольно. Так, отлично. Здесь запущено. Здесь нам надо поставить сразу на этот... здесь достаточно длинный путь. Где-нибудь вот здесь поставить надо башню обслуживания. Да? Чтобы они могли... менять масло, заправлять всякой там барахлишко. А от второго города не мог построить? От второго, от какого ты имеешь в виду города? От этого? Нет, там же видишь, я задание сейчас выполняю. Здесь написано именно Самахи. Зачем мне, чтобы через лишний город оно проходило? Там потом пойдет дальше дорога. Так, теперь надо соединить вот Шейн, соединим сейчас с Нордплатом. Сейчас мы это оставим тут станцию. С Норфолка, я понял, да. Да, смысла нету. Я сейчас тупо задание выполняю. Маленькая станция. Здесь в любом случае нужно будет... делать как тебе удобнее, грубо говоря. Ромом по сети можно? По сети здесь в этой игре, по-моему, нет. Здесь, по-моему, только одиночка. Ты первый раз или уже играл? Ну, я вообще первый раз в этой игре. Да, я играл как? Я просто заходил вчера чисто потестить, там потыкал кнопки, ну, чтобы хоть вообще понимать, что куда нажимать, что как строится и тому подобное. И все, так я не играл. Задания вот эти я не выполнял. Сейчас вот буду конкретно этим заниматься. Так, ну что, потащили путь. Здесь у нас добыча какая-то. Мы здесь мимо пройдем. Вот так вот пойдем сюда. Поедем сюда. Здесь... поедем вот так. Так. И соединимся уже с этим. Вот так. Круто, Ром, запускай на постоянку. Можно видосы пилить или стрим. Да, ну блин, по видосам, видишь, с этим монтажом возиться. У меня процессор не тянет. Это такой геморрой для меня сейчас монтажом заниматься. Ужас просто. Так, все, купаем. О, еще 500. Вашингтонские политики ужасно раздражают. Но давайте вернемся к заданиям. Как видите, Шайен пока еще маленький городок, который надеется получить кое-какие преимущества от включения в железнодорожную сеть. Однако новые жители будут появляться только в том случае, если в городе будет достаточное товароснабжение. Так, на перегонах надо город ставить... закупает простые товары в прилегающих районах. Если построить станции в нужных местах и даже проложить между ними железную дорогу, поезда начнут перевозить грузы, а вы будете получать за это прибыль. Но для этого необходимо знать, какие товары требуются городу. Так, дальше. Текущие вот потребности сделать. Города узнать несложно. Выберите Шайен и просмотрите спрос горожан на товары. Так. Так, погоди, да, Шайен сейчас выберем, посмотрим. Мне надо сначала поезда запустить. Да что ты хочешь от меня? А, типа перемещать можно, да, я понял, ага. Ну, пока у меня туннеля не было. Так, здесь соединяем. Сейчас пока в основном будет одна колейка, только вот такие расходные пути на местах станции обслуживания. Потом будем... Я бы, наверное, в Transport Fever поиграл. То же самое почти и дешевле. Дешевле? В смысле дешевле? А, сама игра, ты имеешь дешевле? Так, а я эту не покупал. Я ее бесплатно получил в Epic Game. Она раздавалась в начале кода где-то давно уже. Год назад где-то раздавалась. Она у меня просто лежала и лежала. Сейчас решил поиграть. Нет, она... Эта игра намного круче, чем Transport Fever. Это я сразу говорю. Во-первых, здесь чисто поезда только. У меня есть этот Train Fever, предшественник Transport Fever. Вот. Там тоже только одни поезда, но нет.
Там и меню вообще какое-то непонятное. Не нравится мне, короче. Здесь намного круче. Так, и где там еще у меня башня обслуживания? Вот здесь, да, здесь тоже сделаем одну развилку. Получается, если у меня здесь в ту сторону... Здесь в ту сторону. Блин, я здесь, по-моему, слегка ступил. Надо было в другую сторону делать. Ладно, пусть пока так будет, потом, если что, переделаем. А здесь надо в ту сторону сделать. Сейчас сделаем в ту сторону. Давай где-то отсюда. Так. А, ну и соединим, да? Сразу. И здесь тоже соединим. Все, отлично. Разминуться поездам теперь будет. Где теперь мне надо поставить светофоры? Светофоры, значит, это в ту сторону, а это в ту сторону. Не светофоры, точнее, а семафоры. Так, вот это в ту сторону будет. Со знаком стоп. Вот так. А вот это будет двигаться в ту сторону. Вот так. Есть. И... здесь. Ой, какой путь-то длинный. Ого. Сейчас еще покатаемся на паровозике. Так, тоже это у нас в ту сторону пойдет, а это в эту сторону пойдет. Да, это вот так пойдет. А правая линия в ту сторону пойдет. Вот так. Отлично. И что, запустим поезд. Амаха. Из Амахи новый поезд. Добавить локомотив. Купить вагоны. А вот это уже будет пассажирский. Здесь вагон-ресторан. Почтовый вагон. Ну, вагон-холодильник тоже пускай будет. Мало ли, какие-то продукты будут перевозить. Так, и настроим ему путь. Значит, из Амахи будет двигаться... сюда, сюда и обратно через Нордблат. Все, и обратно в Амаху. Вот так. Окей. Амаха порт ожидает свободных путей. Свободных путей. Каких свободных путей? А, понял. Поезд стоит сейчас, он уедет когда? Здесь на самом деле надо тогда уже третью линию ставить. Ну пофигу, он сейчас уедет и этот тоже отправится. Вот, все, отправляется уже. Сейчас посмотрим. Давайте прокатимся на нем. Ту-ту, поехали. Ой, сорян, я хотел погудеть вот так. Ту-ту. А путь-то длинный, однако. А как паровозик Томас? А, я как паровозик Томас. Да-да-да. Текущие потребности города можно узнать, несложно выберите. Да, и посмотрите опрос горожан. Ага, я понял. Но я чувствую, сейчас долго ехать будем, слишком медленные поезда пока у меня. Ром, соедини путями город справа. Город справа? Какой город справа? Где? Вот этот ты имеешь в виду, что ли? С этими городами соединить?
Можно, кстати, сделать вот так. Да, в принципе, почему бы и нет. А мы сейчас здесь... Давайте, наверное, апгрейдим эту станцию. Чтобы два пути на ней было, да? Вот. И здесь мы сделаем следующую штуку. Если у нас пойдет, давай, путь вот так. Потом пойдет путь вот так. И... Да как-то можно его приподнять. Изменить высоту. А, о, изменить высоту. А, только так изменяется. А что нельзя? Это типа мост сделать. Мне, кстати, интересно. Сейчас, погоди-ка. Я хотел соединить вот здесь, с этим местом. Вот сюда давай выходим. Вот так. Вот так. Давай-ка попробуем сделать вот так сейчас пока. Я хочу посмотреть, здесь получится ли мост. А, он автоматически ставится. О, прикольно. Прикольно, но дорого. Типа в Стиме 1000 рублей стоит. Ох, нифига, да, дорогой, дорогая игра. Видишь, мне повезло, что я ее на халяву ухватил. Да, здесь, короче, прикольно. Можно сделать мост. Он автоматически ставится. Тогда я, короче, здесь все правильно построил. Я сейчас здесь сделаю вот такой вот разворот. Вот так. Только он какой-то слишком резкий получается, разворот. Нет, тогда надо вот эту штуку удалить. И мы сделаем немножко по-другому. Здесь надо сделать. Здесь, короче, будет. Нет, погоди. Вот так вот надо. Да, пускай будет такой разворот тут. И потом соединяется она вот сюда. Во. Я просто хочу, чтобы использовалась. Это же станция обслуживания. Ну, вот так вот будет он проезжать. Здесь потом, когда прямо туда дорога пойдет, здесь пойдет мост. Здесь перекресток будет. Ну, стрелка, мост. Переезжая через мост и поедет вот в эти города там. Дальше, которые. Вот. И таким образом я это покупаю, да. Так. Дальше у нас тут давай будет. Такая развилочка получится, не получится. Давай отсюда посмотрим, как получится. Вот, вот так получается. Вот так. Здесь то же самое сделаем. Только немножко продлим. Потом сделаем. Нет, продлим. Блин, обязательно надо купить сначала. Потом соединим. Вот так. У тебя без DLC? Да, вроде стандартная, чистая без DLC. И теперь с семафорами мы здесь укажем, что вот это у нас по направлению туда, в ту сторону, да? Ах, блин, не получается так. Надо тогда... Вот это удалить. Здесь немножко протянуть вперед. Так. Потом соединить. Как оно здесь соединится вообще? Очень такой далекий. Длинный перекресток получится.
А здесь, кстати, если что, можно потом тогда перекресток сделать не отсюда, прям напрямую через мост. А вот как бы пускай поворачивают, а потом отсюда вот будут уходить дорога туда, в ту сторону. Тоже, в принципе, нормально. Так что давай тогда так, и здесь сделаем вот тут вот соединение вот такое. И поставим семафорчики. Так, это у нас дорога направо. Ой, правая у нас линия будет в ту сторону двигаться, да. Вот так. А вот эта линия у нас будет в эту сторону двигаться. Вот так. И сюда надо тоже поставить. Только развернуть его вот так. И здесь тоже второй такой же поставить. Но развернуть вот сюда. А почему? Что за красная фигня? Что за прикол? А, я понял. Тогда вот этот надо удалить. Так, если этот мы удаляем. Но все равно получается только туда. Так, ладненько, вот это тоже удалим пока. Так, сейчас оно... Нет, стоп. А что за фигня? Почему такая фигня? Они оба в ту сторону движутся. А, потому что здесь только в ту сторону. Правильно, все верно. Так и должно быть. Это будет только в ту сторону, тогда... Тогда вот это не нужна нам тут вообще. Все верно, я сам себе логистику испортил. Это нам здесь тогда не надо. Вот, теперь все правильно, да. У нас правая полоса чисто будет по правой полосе. И поставим здесь светофор вот такой, еще один. И здесь надо поставить один светофор, тоже вот в эту сторону, вот так. Да, точно. А в обратную сторону будет возвращаться тогда следующим образом. Мы вот сюда вот делаем вот это. Здесь делаем расход. Здесь надо сейчас будет сделать какой-то разворот. Вот что-то типа того. Вот так. Здесь мост пойдет. Не, не туннель. Погоди, какой нафиг туннель. Здесь будет не туннель, здесь будет... Мост. Во. Это другое дело. Вот так. Дальше вот такой мост. Вот сюда. Вот так. И дорога будет уходить вот сюда. Во. Все. Супер. Мост, деревянный мост. И теперь свободно можно делать здесь семафор в другую сторону. Вот так, и разворачиваем его. Все. Отлично. Здесь давай поставим перед мостом тоже один светофор. Вот здесь перед перекрестком поставим один светофор. Здесь перед перекрестком поставим один светофор. Здесь один есть. Здесь вот тоже надо где-нибудь еще поставить один светофор. В этом же направлении вот так. Светофоры здесь нужны. Это двухсторонняя линия. Она у нас стоит, правильно. Так, ну, в принципе, пока логика ясна. И что я хотел сделать? Я хотел сделать следующим образом. Так, это я карту развернул, да, поэтому я не пойму, что тут происходит.
Ром, она тяжелая, эта игра. Да ничего не тяжелая, нормальная. Я стратегии люблю, так что главное разобраться, а дальше уже пойдет своим ходом, своим чередом. Я хочу, чтобы у меня поезд, один у меня будет ходить чисто из Амаха в Нордплат и Шейн. Или как он там? Шаен, через Шаен. Шаен, это что у нас? Это Франция, что ли? Вот. А второй поезд, другой рейс, будет ходить из Амаха в Норфолк, Нордплат и Шаен. И обратно также. Через него. Вот. Сейчас создадим новый поезд. Будет все хорошо. Добавить локомотив. Вагончики сразу ресторан, вагон, холодильник и почтовый вагон. И настраиваем путь. Путь у нас будет такой. Отсюда будет двигаться сюда, потом будет двигаться сюда, будет двигаться сюда. Будет курсировать, короче, пассажирский. Не понял, ты мне на комп? Логики включи и норм. Ну да, логику главное включить и все отлично, нормально будет, разобраться легко. Так, обратно он возвращается также со всеми остановками, сюда едет сначала, потом едет. Можно, кстати, сделать круговое, он будет ходить вот так вот кругами и обратно возвращаться по этой уже дороге в Амаху. Но нет, я хочу сделать такими курсирными рейсами, то есть чтобы курсировал каждую станцию туда-обратно. Здесь будет отдельный поезд, а здесь будет поезд, который через Норфолк будет проходить. Пока пусть будет так. Все, запускаем наш локомотив. Ну-ка, мне очень интересно, как он поедет. Ром, весит игра для меня на комп. Сколько весит игра? Ну, вообще у нее очень маленькое требование к железу. Это во-первых. Во-вторых, сама игра сколько весит, не знаю. Надо посмотреть, сейчас глянуть. Смотрим. А я сейчас не могу посмотреть. Она у меня запущена и в свойства не заходит. Но она немного весит. Я, кстати, сам могу погудеть. Ту-ту. О, можно такую камеру включить. Вот он, первая остановка его. Я сейчас хочу посмотреть, как он поедет там по кругу моему созданному. Ой, уже отправился. А, ну правильно, здесь же короткая остановка. Вот он поехал по моему кругу созданному. Требуется 64-разрядный процессор операционной системы Windows 7, SP1, 8.1, 10. Процессор Intel Core i5 2400 или AMD FX 4100. Оперативная память 8 гигов, видеокарта Radeon, ой, GTX 680 или Radeon HD 7970.
2 гигабайта или больше. Вместо на диске 7 гигабайт. А, и версия DirectX 11 у нее. О, остановился на обслуживании. А, не, не обслуживание, а этот. Там занята линия, короче. Здесь линия занята. Почему здесь линия занята? Объясните, пожалуйста. Правильно, потому что здесь поезд прется. С одним вагоном. Че он везет-то вообще? Ничего не везет. Вагон-холодильник везет. Ладно. Так, что он там в шейне хочет понять, что там требуется. Давай зайдем в город, посмотрим, что требуется. Информация. Как видите, в Шайене нужно совсем немного товаров. Шайен. Поэтому поставлять можно только то, что им надо. С ростом города товаров будет требоваться больше. Сейчас можно поставлять пшеницу и древесину. Эти товары можно найти к северу от Шайена. Подожди, я не понял. А как понять использование железной дорогой? Нет спроса. Акции в городе. Недельный спрос. Древесина, недельный спрос. Недельное производство. Недельный спрос. Все города. Недельное производство. А как понять, что им именно пшеница нужна и дерево? Тут я смотрю, кукурузы нет нифига в городе. А почему именно пшеница и дерево? Ну ладно, пшеница и дерево, так пшеница и дерево. Постройте новую железную дорогу и соедините Шайен с деревообрабатывающим предприятием и пшеничной фермой. А, вот здесь, да. Помню эту штуку. Давайте построим станцию. Маленькую. Здесь большая в принципе не нужна. Вот так вот ее поставим. И вторую станцию вот здесь. Только развернем другой стороной. Здесь будет ходить. Так, окей. С Шайеном, да, соединить? Давай пассажирская будет у меня отдельно от этого. Продуктовый. Сюда будут приходить продукты. Эй, а что ты не поставилась-то? Во. И... железную дорогу. Слева вверху моргает. Да, я знаю, это помощь. Мне нафиг это помощь. Если понадобится, тогда обращусь. Вот, через мост будут они ездить вот так. Будут ездить через мост. И сюда. Не совсем сюда. А вот до сюда купим это, построим сразу же. То есть такое углубление получается. Ну ладно, пусть будет, уже раз сделалось, пусть будет углубление. А здесь мы сделаем соединение вот так. И здесь соединение вот так. Хотя тут, наверное, давай отправим его параллельным путем. И чисто через мост будут проезжать они по одной линии. Чтобы мост второй не ставить. Во. Чтобы у них отдельная ветка была. Как-то так. А вот эту станцию мы сразу апгрейдим до 2 полос. Хотя, что я фигней занимаюсь, да? Давайте поставим сразу этот. Блин, придется удалять. Вторую линию.
На одну линию будет приходить один, на другую линию будет приходить другой. Вот так. Чтобы они друг другу не мешались. Вот так. Нормально же? Нормально. Купаем. Все, и не парится вообще. Будут по своей линии туда-обратно бегать, курсировать. Пассажирских поездов здесь не будет, так что здесь будет все нормально. И давайте теперь сделаем локомотивчик, новый поезд. Два надо новых поезда. Берем локомотив. Берем вагон, холодильник. И настраиваем им путь отсюда. Ну, скажем, до этого, да, вот так. Туда-сюда. Окей, запускаем. И делаем сразу второй. Добавить локомотив. Покупаем локомотив. Ставим ему вагон. Холодильник. А вот, кстати, вагон-холодильник вот здесь нужен. Так, стоп, тогда настроить путь. Давай вот такой ему путь сделаем тоже. Окей, а вот этому поезду путь изменим. Отсюда вот сюда с холодильником пусть ездит. Дереву нафиг холодильник не нужен, правильно? Отличная работа! Скоро город вырастет в размерах. В диалоговом окне города можно посмотреть, хорошо ли он обеспечивается товарами. Обычно город начинает расти, когда его потребности удовлетворены. Думаю, теперь вы знаете достаточно. Выполните остальные задания. Загрузку. Но вы ни за что полную не добьетесь успеха с таким скромным капиталом. Не, зачем загрузку полную? Изначально я не планировал, что этот бизнес будет приносить убытки, но в этот единственный раз я вам помогу. Блин, они все эти, про эти запасные пути, то я не знаю. Вот, все. Они тут вдвоем будут кататься, нормально им тут будет. Это все убрать. Это относится ко всем станциям. Чем больше станций, тем быстрее происходит загрузка и разгрузка, и тем больше путей она обслуживает. Я в курсе. Вот они будут сейчас одновременно туда-сюда кататься. Вон, смотри, и так он заполняется по максимуму. Смотри, сколько у него. И здесь тоже забитый. Нормально все. Не надо, чтобы... Ну, тем более здесь все равно они только вдвоем ходят и все. А пассажирская станция у меня тут. Так что все окей. А остальные, которые там мимо этих станций проходят, здесь не надо ставить полную загрузку. Почему? Потому что если будешь ставить полную загрузку, они будут останавливаться на долгое время на станции и будут создавать пробку. Поэтому пусть берут то, что есть, как говорится, и едут дальше, чтобы другим путь не перегораживать. Так, окей, что там у нас дальше по заданиям? Доставьте рогатый скот в количестве 16 штук в Денвер. Денвер. Доставьте мясо в количестве 16 грузов в Шайен. Мясо... Количество 16 штук Шайен. Так, а мясо у нас откуда берется? Где у нас мясо есть? А, вот тут у нас мясо. Производство мяса. Да, мясокомбинат. Отсюда, с этого, короче, города, Самахи, нужно создать поезд. Мне сейчас... Кстати говоря, еще техобслуживание надо поставить. Я думаю, в Шене надо поставить их обслуживание. Здесь ТО построить. И на этой станции тоже ТО построить. Почему? Потому что это конечная станция, пока у нас и... Чтобы было тут и там. Так, окей. И отсюда сейчас мы один создадим еще локомотивчик. Добавить локомотив. Купим. Настроим путь ему. А, погоди, локомотив назад. А как я могу его? А, вот управление поездом. Вагоны.
холодильник. Для мяса нужен холодильник. И теперь путь настраиваем. Он пойдет напрямую с Амахи до Шейна. И будет доставлять мясо. Все. Загрузка. А загрузка тут она не та самая. Не автоматически, только пассажиры и почта. Вручную только грузы. Вот, только грузы. Пусть будет только грузы. Окей. Все, и он сейчас мясо будет загружать, смотри. Сейчас быстро мясо перевезет. А как поезда разворачиваются? Там же тупик в конце. Ну, они по щучьему велению, по моему хотению, резко меняют направление локомотив. Отсюда вот перемещается сюда. Без разворота, короче. Так. Дальше Шейну. Что там надо? А, не туда я захожу. Надо посмотреть по заданиям. Рогатый скот. 16 грузов в Денвер. Денвер. Где у нас Денвер? Вот он, Денвер. А, и рогатый скот, это вот это, да? Денвер. Угу. Рогатый скот. Хорошо, давай. Так, рогатый скот, значит, эту станцию поставим где-то тут. Это будет у нас грузовая станция. И рогатый скот. Рогатый скот. Как-то вот так вот поставим железку. Ну и проложим просто путь. Отсюда вот туда. Здесь поставим башню обслуживания. Обязательно. Ай, погоди, я не купил. Поставим башню обслуживания. Где-нибудь тут посередине, да? А чё он, почему он так мне это кладет пути? Странно, надо потом посмотреть, что за фигня. Рогатый скот. Ну и Денвер надо, наверное, подключать к сети общей, то есть делать ему станцию. Пусть пока будет маленькая станция. К общей сети, да? Как-нибудь вот так пускай стоит. Разрешение строительства, поскольку вы еще не соединили станцию в городе Денвер. Со своим родным городом. С каким родным городом? Так, погоди, тогда окей, ладно, давай тогда сделаем так. Я понял. Так, расширить станцию сделаем. Поставим здесь сразу вот. А, не получится, денег нет. Угу. А я могу вот это здесь. Блин, обязательно полностью сносить, что ли? Ну, прикал. А, только до этого, я понял. Давай. Вот так вот снесем. И подключим вот эту линию. Промышленности. И денег у меня, в принципе, нет больше. Вот эту мне, наверное, не хватит сюда, да, поставить. Соединить. Да, не хватит, очень дорого будет стоить это мне дело.
Вообще, я бы, конечно, хотел бы как-нибудь его вот сюда, чтобы он пошел. Через леса, через поля. И здесь потом соединился вот с этим. Вот так. Ну это 183 тысячи стоит. Стоить будет. Пока, короче, оставим это. И запустим локомотив. Новый локомотив. Добавить. Там рогатый скот. Значит, холодильник им не нужен. Так, погоди, что я там сделал? Ничего не нажал лишнее. И настраиваем путь. Короче, будет ездить отсюда сюда. О, и кстати, здесь мясо тоже производится в Денвере. Все. Ромас, а если соединять через рогатый скот? Я не хочу, чтобы линии пассажирские объединялись с линиями грузовыми. Сейчас поначалу это нормально кажется, а потом, когда очень много всяких линий будет поездов разных кататься, начнутся пробки, постоянные стайба и всякое прочее, а это, как правило, ведет к банкротству. Вот, поэтому лучше сразу эту логистику. А, и вот еще что. В вашей компании есть исследовательский отдел, что поможет открывать новые локомотивы и другие новшества. Подробнее можно узнать в диалоговом окне исследования. Так, управление поездом, нет. Планировать поезд, настроить путь. Только пассажиры и почта, только грузы, только грузы. И у этого... А где здесь? Я вот не вижу здесь, чтобы был этот... как его? Полную загрузку сделать. Вот у этого, кстати, полная стоит. А у этого нифига не полная. У него совсем чуть-чуть. А как ее увеличить-то? Как ее сделать полной? Нифига непонятно. Он с двумя вагонами ездит туда-сюда. Так именно для начала. Ну ладно. Так, блин, для начала. Тут очень быстро это все развивается. Лучше сразу сделать все правильно, чем потом вообще всю сеть перестраивать. Это геморрой не намного будет. Так, что у нас там по... А, кстати, здесь говоря, можно видеть все улучшения, которых можно достичь в текущую эпоху. Улучшения из предыдущих эпох обычно уже активны, но что готовит будущее, нам неизвестно. Для каждого улучшения потребуются очки инноваций, которые автоматически даются ежемесячно. Их можно увеличить различными способами. А сейчас осмотрите здесь, а затем откройте понравившееся новшество. Заменим. Как насчет нового локомотива? Да уже взял. Мои недоброжелатели говорят, что я просто набиваю свои карманы. Это конечно, вот старый... же, гнусная ложь. Посмотрите на это под это таким новый. Углом. Чем больше я зарабатываю, тем больше могу вкладывать. Все больше рабочих мест. Где там? А, вот характеристики. Этот 45 км в час ездит, а этот 53 км. Тяговая мощность 69%, это 54. Ну да, это мощнее будет, быстрее будет кататься. А я могу это... заменить все локомотивы. Ох, у меня денег не хватает все заменить. Ладно, тогда пусть пока покатаются как есть. Так, загрузка зависит от того, сколько поставляет ферма. Ну да, да, тут в том-то и суть. Сколько он вырабатывает, столько это. Здесь нельзя выставить.
Это, по-моему, как раз-таки в Train Favor, там можно было выставить. Башня обслуживания для обеспечения... А, у меня здесь башни обслуживания нету, что ли? Да, я сюда башню обслуживания не поставил. Вот я чуфяк. Сейчас быстренько сделаем им сюда башню обслуживания. Так. Так, что у нас тут? Как дела по заданиям? Там задание завершится какое-нибудь. Вот тут уже 8 мяса, 9 мяса, 10. О, сейчас доставлено будет все. Приехал поезд как раз. Отличная работа. Есть. Железная дорога впечатлила жителей Денвера. И мясо в количестве... А, это рогатый скот я доставил. И мясо еще осталось сколько, получается? 9 штук. Ждем, короче, когда мясо доставят. Если бы я сейчас Денвер объединил бы с этим Шайеном, то можно было бы сейчас с Денвера еще мясо отправить. Ром, а следующая часть лучше? Какая следующая часть? Я не знаю, что лучше. Ребята, у меня что есть, я в то играю. Я без понятия, что лучше. Может быть, что-то и лучше, но у меня другого нет. Так, здесь еще хочется. Стройте вокзал в центре городов, чтобы привлечь как можно больше пассажиров. Стройте станции как можно ближе к предприятиям, чтобы уменьшить время загрузки. Станция в городе? Что за станция? Мне приходится бодаться со многими конкурентами, но если кто и действует мне на нервы, так это Беатрикс фон Шик. Что, вы еще не столкнулись с ней? Радуйтесь. Она всех обдирает, как липку. Так. Маленькая станция. А вокзал? Как вокзал-то построить? А, по-моему, надо вот сюда нажимать. На него, что ли? Здесь список поездов. Построить ТО. И расширить станцию только можно. Так, что-то у нас там еще по исследованиям открылось. Ага. Скорые поезда. Преднамеренное проектирование путей таким образом, чтобы как можно сильнее ускорить передвижение из одной точки в другую, повышает общественный интерес к поездам, поездкам, увеличивает количество пассажиров, выезжающих из городов с вашей станции на 8%. Ага. Ну давай откроем. Больше все равно открывать нечего. Еще одно что-нибудь надо открыть будет. И тут у нас что, тахометр? Блестяще. Шайен становится крупным железнодорожным центром. Потом можно будет следующий паровоз. Это целиком наша заслуга. Так. Шайен. А, увеличьте население Шайен до 30 тысяч. Нифига себе, я уже это сделал. В Шайене 30 тысяч уже. Вот так жесть. Ну да, и растет. Обалденно. Круто. Так, кстати говоря, да, где эта линия-то моя? Вот она, моя линия. Я ее могу купить уже. Вот так. И теперь, соответственно, вот этот поезд, который... Вот ты, да. Я тебе меняю маршрут. Шайен... Вот, Шайен, после Шайена ты едешь вот сюда, чувак. В Денвер. После Шайена.
в Денвер. После Денвера обратно в Шайен. Потом Норт-Плат и обратно в Омаху. Да, окей. Все. Теперь он будет полный путь делать. Так, здесь поезд Кирби Кранчер Денвер движется по своему пути с минимальной скоростью из-за слишком крутых уклонов. Если это возможно, установите более мощный локомотив. Не забывайте, что грузовые вагоны в 5 раз тяжелее пассажирских и почтовых. Это я понял. Какие уклоны? Где нафиг уклон? Видишь, здесь пологая линия и ровная. Какие нафиг уклоны? Вы прикалываетесь? А, уклоны, я понял. Типа это, вниз, вверх. Тогда давай мы тебе локомотивчик поменяем. Управление. Локомотив. Денег не хватает, так что терпите. Сейчас денег заработаете, будет. Давайте ускоримся чуть-чуть. Так, что у нас тут, какие дела? Выберите пути, чтобы просматривать поезда в этом разделе. Спасибо. Здесь что? Если лучший город снабжается товарами, тем бы... Чем лучший город снабжается товарами, тем быстрее он растет. Откройте окно города, чтобы узнать о его требованиях. Если... они превышают 60%, город будет расти. 60%. Пиво надо им. А, пиво на экспорт 0. Это они производят. Да, они производят пиво. Так, и чё у вас? Вот я так и не понял, как понять-то, что им нужно возить конкретно. Мясо приехало. Пшеница нужна, походу. Э? Пшеница нужна. Норфолку. Где у нас пшеница? Пшеница. Пшеница у нас... Вот, кстати, у нас есть пшеница. Норфолк. А тут с этой стороны есть день пшеница? Вот она, пшеница. Давайте сейчас мы им сделаем пшеницу. Каталась к ним. Да что здесь за туман такой? Ужас какой-то. Поставим им маленькую станцию. Вот таким образом. И сделаем им путь. Норфолку нужна пшеница. Так. А как мне здесь сделать путь? Может быть, мне здесь мостом сделать? Прокатит вот сюда. О, точняк, смотри, как круто. Прокатило, только денег не хватает. Короче, здесь будет с мостом соединяться сразу сюда. Это в эту сторону. А в обратную сторону поедет поезд. Ну, я, наверное, вот здесь сделаю перекресток, и вот так второй мост будет. И в обратный путь. А здесь просто соединиться, и все. Здесь уже будет туда-сюда курсировать. Только здесь надо будет еще и станцию обслуживания поставить. Кстати говоря, по поводу станции обслуживания. Вот эта станция обслуживания, вот тут станция обслуживания. Здесь поезд стоит. Ты что ты стоишь? А, он стоит, потому что у меня пауза стоит. Понял. Так. Ну да, я думаю, хватит им здесь этой станции обслуживания. Вот тут надо будет поставить только. Здесь тоже есть станция обслуживания. Вот она. Здесь есть станция обслуживания. Тут есть станция обслуживания. Я думаю, что надо где-нибудь здесь тоже будет поставить станцию обслуживания. Вот где-нибудь тут. Пшеница плюс завод равно пивко. Но я в прошлом. Да, да, да. Это точно.
Так, с паузы снимаемся тогда, ладно. Сейчас денег заработается и поставим эту железку с мостиками. Будет тут такая мощная развязка вообще. Постройте вокзал. А, во, кстати, постройте вокзал. А, его прям можно вот так вот построить? Что, серьезно, что ли? Ну-ка. Вокзал. Ну, не вокзал, наверное, получается, а... Тут имеется в виду просто станция какая-то. Просто станция, типа. Маленькая станция. Станция обычная. Большая станция. Ну, кстати, здесь надо будет, да. Но здесь мне не ставить ее надо, а здесь мне надо будет ее это просто апгрейдить. Сколько, кстати, апгрейд стоит? 100 тысяч. 4 линии будет. Это сейчас у нас не маленькая станция, это у нас уже просто станция. 4 линии, когда будет, это будет уже большая станция. Там, кстати, что-то открылось по исследованиям. О, Брейс хозяйство. Короче, к вам обратились семейство Робертс. Их предприятие испытывает трудности, поэтому семья ищет инвестора. Хотите поглотить их компанию, заплатив... Это рогатый скот, да? За 112 тысяч поглотить компанию? Вот эту? Не, не надо эту. Если была бы вот та, с которой я сейчас ввожу, то можно было бы. А это пока я до нее доберусь, это ого-го. О, опять. А это какая? Это вот это. Это уже с другой стороны. Не, не хочу. Давайте ту. Так, что, хватает у меня там? Нет, на железку-то? О, хватает. Все, супер. Ставим эту железку. И делаем вторую сразу же вот отсюда. Получается. Вот отсюда. Делаем вот сюда. А как-то я могу их это объединить-то? А, только вот здесь, да, объединить могу. Как оно выглядеть-то будет? Нормально, что выглядеть будет. Прикольно, развилка получается. Только опять денег не хватает. Твою же дивизию. Ждем. Работайте, ребятки, давайте, таскайте. Че ты стоишь тут? А, у тебя светофор красный, понял. Ждешь поезд. Гоняют, блин, сволочи, гоняют, молодцы. Знаете ли вы, что многие называют задание обширные выполнено. Просторы между Миссисипи и Калифорнией Великой Американской пустыней? Каковы глупцы? Мясо, как только моя железная дорога откроет еще. Доступ всюду, стоимость этих земель взлетит до небес. Ты не говори. А, так, это что у нас? Служебный вагон. Давай служебный вагон откроем, окей. И уже можем сразу новый локомотив открывать. О. 65 километров в час. Тяговая мощность, правда, слабоватая, 34%. Но зато скорый. Это на пассажирские можно ставить. Этот можно на пассажирские ставить. Так, еще что-то могу открыть. А это что у нас? Тормоза с противодавлением. Улучшенная тормозная система для локомотивов. Уменьшает износ колес и тормозов. Уменьшает потребность в техническом обслуживании локомотива на 10%. О, давай. Давай поставим. Изучим, точнее, откроем. Чтобы они меньше заезжали на техобслуживание. Пока я спать, удачного стрима. Давай, пока, гусь, спасибо. Спасибо и спокойной ночки тебе. Так, а это у нас что такое здесь вообще? Уровень 1, текущая загрузка. Что это такое, Дженнисон? Каменоломня? А, типа это что, камни или металл, я не пойму. Вообще на металл похоже. Ты ремонтируешься, что ли?
Или, а, ты этого ждешь, когда он проедет, а здесь уже кто-то занял путь, да? Ой, здесь очень долгое это расстояние. Блин, вот тут надо, конечно, да, какой-то сделать объезд, что ли. Или вот эту станцию лучше просто апгрейдить. Уже. На два пути. И сейчас я, короче, соединю, сделаю туда-обратно, потому что здесь очень большой перегон. Получается так, что они очень долго ждут. Да, линия занята, и два поезда стоит, поэтому все так медленно происходит. Так, у меня 149 тысяч. Давай, наверное, сейчас вот этот участок сначала соединим. А, не могу, у меня там... Да пофиг, заново там построим потом. Погнали. Перегон здоровый. Так, давай вот до сюда. Вот здесь мы вот эту штуку. Блин, а почему она целиком? А, ну ладно, до туда. С тобой. Так, удаляем. Он вместе с светофором удалился, да? Ладно. Фигня. Поставим новый. Итак, это покупаем и тянем дальше. До сюда. Вот так. Покупаем. О, у нас уже две полосы будет здесь. Теперь. Да где ж ты там? О. Здесь мы ставим светофор, нам надо здесь поставить. Это в ту сторону, а это в эту сторону. Вот так. И разворачиваем его. Правильно же? Да. Замечательно. Так, а здесь надо еще один светофор где-нибудь поставить посередине. Хотя бы один. Причем... на обоих путях. Этот в ту сторону, а этот в эту сторону. Так, отлично. Сколько у меня? 90 тысяч. Хватит мне еще на продолжение этого пути. Так, ставим сюда, покупаем. Давайте проезжайте сейчас быстренько, чтобы освободили мне дорогу. Теперь я вот здесь ломаю вот это. Так, если я это сейчас поломаю, это поезд на какой? На этой ветке, да? Можно поломать, в принципе. Здесь чуть-чуть будет искривление небольшое, но это ерунда. И соединяем теперь это все вот с этим. Вот так. Покупаем. Так, погоди. А, я должен вот это, светофоры поставить, чтобы определить направление, как все движется. Ром, вышку обслуживания. Чё вышку? Вот она, вышка обслуживания. Есть здесь. Вот. Эта линия по правой стороне туда, это туда. Все правильно идет у нас. Здесь тоже надо поставить светофорчики. Чтобы были. Парочку. Этот в ту сторону, этот в эту сторону. Вот так. Здесь у нас вот этот светофор, убираем вот эту штуку. Эй, погоди. А, не, надо, да, надо с таким сделать. Точно. Куда поезд сделался, теперь фиг его знает.
Со стопом должен быть. Привет, что строим? Здорово, узник. Железнодорожную империю строим. Железной дорогой занимаемся. Так, а здесь получается у нас вот эта дорога идет. Ну здесь ладно, пусть пока так будет, короче. Вроде бы нормально. Пока что. Поломка, плохое состояние. Но, блин, поломка, плохое состояние. Ты идиот, ты только что проехал вот станцию обслуживания. Чё ты не отремонтировался-то? Баран. Ладно, постой. Все. Теперь этот сломался. Тоже только что станцию проехал. В чем ваше недоразумение, не понимаю. Так, что тут у нас новое? О! Стальной бандаж. Бандажи из стали гораздо прочнее используемых ранее бандажей из чугуна. Уменьшает потребность в техническом обслуживании локомотива еще на 10%. Давай, открываем. Открываем. Надо... Здесь у меня же стоит, да, станция депо обслуживания есть. И здесь тоже станция депо обслуживания есть. Надо, чтобы в каждом городе она была. Сюда надо тоже поставить. Обслуживание 80 тысяч. Нифига она стоит, блин. Тут есть в обеих станциях. Ну, здесь не обязательно. Я думаю, доедут они до города, не так уж далеко. В этом городе, кстати, тоже бы поставить, чтобы было. Но у меня нет денег пока, ладно. Что, надо, наверное, прокатиться на каком-нибудь поезде. Да? Какие у нас там есть эти локомотивы? Опять что-то открылось, что ли? Вы прикалываетесь? Да что такое? Инструкция к поезду. Инструкция, передаваемая по телеграфу, улучшает ход работы действующих поездов. Увеличивает прибыль от перевозок посылок на 7%. О, отлично, давай. Куда дел деньги? В смысле, куда дел деньги? Какие деньги дел куда? Вон, растут деньги потихонечку. Депо. Да, у нас же, кстати, уже следующий вот этот поезд. Это вот второй. Первый. Я еще, блин, первый. Ой, второй, точнее, не апгрейдился. Уже это появился. Следование компании. Меня интересуют мои локомотивы. Поезда мои. Где там? Города, строение, список поездов. Вот. Список поездов. Амаха Шейн. Амаха Шейн 1. Норфолк. Денвер. Амаха Денвер. Где? Это что за маршрут? Погоди. Денвер? Ну да. Амаха Денвер. Амаха Шейн. По протяженности путей. Амаха Нордплат. Погоди, а где Денверский-то поезд? Я же ему, помните, путь прописывал. Это ты? А, ну да, ты. Ну-ка, давай прокатимся на тебе. Ты сейчас должен поехать в Денвер. По правилам. Ну, ты будешь отправляться, нет? Тысяч пролетело. Во, поехал в Денвер. А почему он там мне не отображает, что Амаха Денвер? Вот именно этот поезд я хочу апгрейдить. Вот этот поезд я хочу апгрейдить. Управление. И сделаем его драконом или Филадельфией. Ой, Ренселлер.
4, 69. 53, 65. Да, вот этот, потому что это у нас будет пассажирский, поэтому вот на этот пересаживаем. Во, теперь какой он, где он? О, какой красавец. Просто, только гляньте на него просто. Ой, как он гудит прикольно. Круто. Крутяк, да и только вообще. Так, а что у нас там по этим? Сейчас давайте до Денвера доедем. Ребят, я на минутку отойду. Вы пока покатайтесь на поезде, пожалуйста. Эх. Не, прикольная игруха, прикольная, затянула. Очень затянула, настолько затянула, что полтора часа вообще в легкую прошли. Сейчас я приду, буквально через минутку, вы пока покатайтесь на поезде.
Маус там такую панику развел. Да я еще не пришел, а просто на монитор смотрю, там хряк газета появилась, потом хряк вторая газета появилась. И чтобы время не стояло, я это, просто нажимал кнопочку закрыть. Поезд-то он сам едет, я же им не управляю. Газеты прямо из Гарри Поттера. Ага. Уточни задачи, которые надо сделать до 65-го года, а то время летит. Давай, кстати, посмотрим. Ой. Благодаря вам Шайен станет процветающим городом. А мы за каждую милю проложенных путей получаем 10 квадратных миль земли. Вот последнее задание осталось, походу. Политики понятия не имеют о ценности активов, которые сами же раздают. Но это только между нами. Да убери ты вот это сообщение, во. Соедините Амаха и Рок Спрингс. А, и еще перевезите 100 пассажиров из Шейн в Рок Спрингс. Без остановок. Угу. Ну, деньги, по крайней мере, я нафармил, так что сейчас можно будет сделать это. Что тут у нас еще открылось интересного? Круглый здорово. Что за дичь? Это не дичь, это туту. Тутушки, тутушки, паровозички. О, еще новый локомотив открылся. Балдеть. Ну, давайте. Так, а как на паузу игру поставить? А, ну игру на паузу можно поставить только таким образом. Зайдем сюда. И все. А, нет. Блин. На паузе она сейчас, нет? Где паровозики? Вот они, паровозики. Вот. Да, сейчас на паузе. В этом случае тоже на паузе. Отлично. Так, вот он, Рок Спрингс. Нам нужно соединить его с чем еще раз? Надеюсь, это не взамен фур. Не, это не взамен фур. Фуры же были сегодня, круглый. Фур сегодня уже не будет. Сегодня были они до фермы. Амаха с Рок Спрингсом. Ну, короче, в общую линию надо их поставить. И сделать безостановочный путь. Безостановочный поезд, короче, экспресс, скажем так, с Шейна в Рок Спрингс. Сразу и 100 пассажиров перевезти. До 68-го года. У нас сейчас 65-й. Ой, успею, ребят. Вы чё? До 65-го уже все сделано. А в нее только на куриным играть можно. Пуская паровозики. Нет, здесь мозги надо. Ты чё, каким на куриным? На куриным ты тут сразу провалишься нафиг. Здесь же логику нужно железнодорожную прокладывать. Так, короче, сейчас Рок Спрингс мы соединим с нашей главной дорогой Самаха, которая соединяется. Самый быстрый поезд. Наша, да? Да, наша компания установила новый рекорд скорости. Поезд двигался по одной из основных соединительных линий. Празднование нового рекорда прошло с игристым вином и пивом. Мы с нетерпением ждем нового мирового рекорда и продолжаем размышлять о том, как будет достигнут максимально возможный предел скорости для поездов и к каким высотам нас приведет прогресс. Прикольно. О, чуть не забыл, я же лайк принес. Да, спасибо, круглый. Спасибо. Я и не сомневался, я железнодорожный закончил. Да, я железнодорожный не заканчивал, но я... Поезд пассажирский водил сам. 3 месяца. Так, Рок Спрингс нужно соединить. Значит, ставим здесь станцию. Пока маленькую поставим, в принципе. Только развернуть ее надо. Я думаю так или нет? Я думаю, наверное, лучше вот так. У нас тут что? Тут пусто. Значит, вот так. Ставим станцию.
можно немножко вот так повернуть. Если что, спрашивай. Да не, с поездной логикой я очень хорошо знаком. Но скажу сразу, я дипломную работу за 5К сдал. Ясно. Это как ты водил 3 месяца. Ну, вот так вот на одном стриме я подробно рассказывал. Спроси Мауса с Артемом. Вот так вот водил пассажирский поезд. Так, значит, главная наша ветка вот, Денвер. Через Денвер, чтобы она проходила. Здесь, короче, будет длинный туннель. Я надеюсь, мне бабок хватит на длинный туннель. Давайте будем пробовать эту тему. Только, наверное, знаете, что надо сделать? Я знаю, что надо сделать. Здесь надо, во-первых, станцию мне апгрейдить до 4 линий. Вот. И здесь будет следующее. Ромас просто сын полка. Ну, в игре лежит. В жизни, конечно, в какой игре? Конечно же, в жизни. Так, сейчас погодите, надо здесь логику мне замутить. Здесь у меня должен один поезд ходить с этой станции. Нет, не с этой станции. Там с Шейна, да, было написано? С Шейна в Рок Спрингс. Без остановок. А, ну мы отправим с Шейна. Без остановок будет поезд проходить мимо. Тогда соединяем. Зря тогда я апгрейдил. Соединяем тогда просто вот эту ветку. Сейчас там потом сделаем развязку, чтобы они не мешались друг другу. Вот эту ветку ведем, короче, сюда. Дальше длинный-длинный туннель. Что, здесь никак не получается, да? Ну-ка, если сюда поставим вот эту линию. А, вот тут вот можно. И как она будет двигаться? Блин. Ой, что-то чат побежал прям сумасшедшим темпами. Там, походу, все могу, все умею, либо все свои сыны хорошо запоминает. Чего? Все могу, все умею, либо все свои сны хорошо запоминает. Нет, какие сны? В реальности. Ты учился на ЖД, получается? Нет, не учился я нигде. Ого, 2 миллиона! 2 миллиона? Вы прикалываетесь? Не хочу я такую железную дорогу. Черт, тогда придется мне отсюда, короче, его отправлять вот так. Максимально по прямой. Значит, пока эти два города, Денвер и Рок Спрингс, не будут соединены. Когда будет очень много денег, тогда и сделают. Ну, уже закончится, наверное, задание. И... текущее задание компании завершится. Так это подсудное дело. Да никакое не подсудное дело, блин. Круглый, успокойся. Все нормально. Я еще раз говорю, я все в деталях рассказывал, что как было. На каком-то стриме, не помню на каком. Это в России подсудное дело. А я не в России был. Так что спокойствие и только спокойствие. А вот здесь, кстати, надо апгрейдить. До двух полос, как минимум. Да, и вторую полосу. Вторую полосу мы соединим. Короче, пойдет у нас вот так. Здесь будет немножко она вилять. Вот здесь можно, в принципе, проехать. Здесь
как-то с туннельчиком. Это будет слишком дорого с туннельчиком. Тогда поедем вот так. Вот так. Во. Замечательно. Вам удалось пересечь великие равнины. Великолепно. Горный козел. Достижение открыто. Горный козел. Прикольно. Я учился, меня только в депо пускали. Но это в России. Я в Москве хотел на машиниста метрополитена выучиться, но у меня там проблема была с аттестатом, всякой хренью, короче, так и не получилось ничего, там с документами, короче, были проблемы. Расскажи, да там кратко не расскажешь, блин. Там кратко не получится рассказать. Там, блин, вот спроси ребят, там разговор было на полтора часа, ё-моё. Там даже если кратко говорить, это в любом случае минут 40 займет. Не, я не научился за 3 месяца, а я научился там буквально за 3-4 дня. Дар у меня просто такой. Мне один раз покажи, и я сделаю все четко и грамотно. Главное, чтобы мозги работали правильно, и все. Так, а вот эту линию, я думаю, мы соединим вот с этой линией, вот так. Так, что у нас там выполнено? Ага, соединить Ямаха этот. Теперь осталось только без остановок сделать маршрут и 100 пассажиров перевести. Замечательно. Сейчас мы так и сделаем. Отдельный сделаем поезд. Новый поезд. Локомотив. Давай какой-нибудь самый скоростной. Какой у нас самый скоростной? 65 километров в час. Вот самый скоростной, 65 километров в час. Вот его берем. Вагоны. Вагон-ресторан будет, вагон служебный. И почтовый вагон тоже пускай будет. И создадим ему путь чисто из Шейна. Шайена, точнее. Шайена же точно, да? Из Шайена в Рок Спрингс, да. Шайена в Рок Спрингс и обратно. Здесь поставим станцию обслуживания где-нибудь посередине. Я думаю, вот тут нормально будет. И пока будет курсировать один поезд. В принципе, мне больше здесь пока что нафиг и не нужно больше. Все, запускаем. Вот он наш паровозик. Давайте сядем в него. Мой друг тоже погнал на машиниста метрополитена. Ему дали около 5 книг, которые надо было выучить за неделю. Он как приехал, мы с ним ушли в запой, а в субботу ему на экзамен. В итоге он даже название не прочитал и 3 раза экзамен завалил. Ну да, по ней у меня даже до этого не дошло. Меня просто не взяли на учебу. Проблема с документами. Причем даже не то, что там аттестаты или что-то. У меня проблема с самим паспортом была. Ну потому что я был в России, а паспорт у меня был грузинский. Вот и все. С этим была проблема. Чё, погудим чуть-чуть? Прикольно. О, так
Кстати, вообще прикольный вид. Вот эта игрушка у меня даже со стримом тянет, блин, постоянно 75 кадров держит, вообще не падает, не проседает. Ну, на пару кадров, может, проседает чуть-чуть, все, а так постоянно 75. Сейчас работает абсолютно в другой работе. Ну, это как обычно, в России это всегда так. Учишься на одного, а работаешь хрен знает где. Это как бы всегда так было. Раньше было, да. На кого отучился, на того и работаешь. А сейчас нет. Потому что такая проблема была и есть до сих пор. Ну да, ну, у меня как бы тоже в принципе эта проблема до сих пор и есть. Но только у меня уже гораздо похуже проблема появилась, которая уже точно останется до конца жизни, блин. Так что... Даже если я сделаю документы себе там российские, поеду, уже точно никуда никто меня не возьмет. Да и уже возраст другой. А хотя нет, там до 60, до 65, по-моему. Или до скольки там принимали, я не помню. Что-то от 20 лет или от 18 до 55 или 60, что-то такое было, короче. Кстати, что там у нас? Ой, что там у нас? Почтовый, служебный. Вон ресторан, пиво, пиво, пиво. А чё у меня такое пиво, 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 блин? Мне не пиво, погоди. Только пассажиры и почта, вот. Вот так. Блин, я протупил. Не поставил. Что надо. Вот паровозик, уже в обратную сторону поехал. 18 до 45. Ну, это да, сейчас, видимо, а раньше, постоянно, ну, в метрополитене эти висели объявления. Такое там, Измайловское депо принимает набор. Короче, набор учеников на машиниста, электропоезда, блин, такая фигня такая. Вот, теперь пассажиры едут. Только мне надо пассажиры именно в ту сторону. Из Шейна в Rock Spring. Да. Так, что у нас тут еще открылось? О, это что такое? Тележка. Ускоряет обслуживание поездов на 20. Эта технология позволяет отделять вагоны от повозок, уменьшает расходы на обслуживание вагонов. Давай откроем. Куда там поездить нас делся-то? Ты где уже? Ого, нифига ты умотал. Ну-ка, давай ускоримся. Близ города. Это какой? Не надо, спасибо. Во, пассажиры. Ну, блин, что-то всего мало пассажиров-то. Да вы задолбали уже. Да не нужно мне здесь ничего покупать. Валите от меня. Во, остановился на техобслуживание, на ремонт. Молодец. Блин, остановился и поломка. И чё за прикол? Вот как это работает? Почему он это остановился? Локомотив замедлён из-за недостатка материала. Да пофиг на тебя. Рабовладение отменено. Ура, товарищи. Рабство закончено. Сколько вот этот один чемоданчик, это сколько пассажиров? О, нифига себе, нормально, 23 пассажира. Круто. Ну пусть катается. Сейчас сотку перевезет, и я думаю, что данная компания завершится. Вот у меня такая сеть. Здесь смотри, какая у меня эта развязка железнодорожная. Здесь у меня ходят поезда в обе стороны.
Здесь уже идет по одной линии. А здесь тоже по одной линии. И здесь в обе стороны. А, нет, здесь тоже по одной линии. Но тут проблем не наблюдалось с этим. А вот тут вот были пробки. Здесь она соединяется. Кстати, соединяется, но здесь можно это. Здесь можно вот эту станцию еще расширить. И уже вот эту штуку. А, нет, нельзя, потому что здесь поезд проходит сквозь, едет сюда. Потом, да-да-да, пусть будет, короче, как есть. Рабочие места всегда нужно есть. Да, это я знаю. Проблема не в том, чтобы найти работу, а проблема в том, чтобы корочку получить. Вот в чем проблема. Бай-бай. Че, все, уходишь, круглый? Насиделся уже? Давай, спокойной ночи. Первичное подвешивание. Эта подвеска отделяет колеса и оси от вагона, делая поездку более плавной и удобной для пассажиров. О, прикольно. Давай, это нам сейчас надо. Так, ну что там? Сколько уже? 43 пассажира перевез. Давайте поезда заменим. Заменить локомотивы. Не, погоди. На этот, что ли? Давай на скоростные. Вот на эти заменим. Вот эти быстрее всего ездят. Все локомотивы заменим на эти. 77 тысяч всего идет. Все локомотивы заменить. Давай, 78. Все, ура, у нас все локомотивы обновились. А, это ты Артема написал? А че он? А, Ром, спокойной ночи, народ, удачи. Давай, Темчик, спокойной ночи тебе. Спасибо за общение. Спасибо за общение. Как метеоры гоняют. Че там у тебя, чувак? Еще везешь пассажиров? Что-то ты помалу пассажиров берешь, ну ладно. Прокатимся чуть-чуть. Сейчас эту кампанию закончим. И думаю, в принципе, на сегодня будет достаточно. Так, это нормально сегодня поработали, хорошие пути проложили и денег заработали уже вон пол ляма у меня в кармане. Я начинал, кстати, у меня было сколько, 600 тысяч, да? Сейчас он пока 100 пассажиров перевезет, уже у меня будет больше 600 тысяч, учитывая сколько я думал, кстати, по мини-карте если смотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть городов объединил. Плюс еще кучу этих всяких там фермы и всякое прочее. Да. Да, Маус. Че, дата? Да, не да. Приехали. Смотри, а в ту сторону ваши три этих вагона пассажирами.
А в обратную сторону всего один. Все на сегодня? Ну да, сейчас. А что ты хочешь? Сколько еще можно сидеть? О, еще новый локомотив. Керосиновым добавлять надежное дорогое освещение в вагонах, увеличивая удовлетворение пассажиров, увеличивает стоимость билетов на 7%. О, стоимость, ну не знаю. О, скорость 75 км в час. Ну-ка, давай, открываем этот локомотив. И сейчас мы на этот поезд наш поставим новый локомотив, который 75 км в час. Вот этот. Rogers American. Меняем. Ну-ка, прокатимся на нем. Во, вот это бандура, да. Вот это прикольно. И гудок другой. Ой, погоди, я, по-моему, не тот поезд взял. Я не на тот поезд, по-моему, ну, этот самый поменял. Не на том поезде. Или, а, не, на том поезде, да, правильно. Это же ты? Ну да. Это он просто в обратную сторону ехал. Я что-то перепутал. Да блин. Go завтра стрим Sims 4. Не, во-первых, Sims я не люблю, во-вторых, у меня его нету. Вот, 602 тысячи уже на балансе. Чё там? Сколько пассажиров? 84. По-моему, последний рейс делает. И все, я завершу. О, задание выполнено за половину отведенного времени. Максимальная оценка. Прикольно. Здесь просто задание выполнено. 68-й год. Сейчас 66-й. Так, опять что-то открылось. А, ну лампа керосиновая. Давай, откроем что. Прогресс просто невероятен. Все. Дальний Запад уже не кажется... Ура, товарищи! А люди постепенно осознают, что торговля помогает создавать процветающие города. Нам предстоит еще многое сделать, но трансконтинентальная железная дорога уже не за горами. Да-да-да. Глава успешно. Вы выполнили все обязательные задания в этой главе. Закройте окно, чтобы посмотреть оценку вашей деятельности. Круто. Вот мы прошли первую кампанию. Несмотря на все трудности железной дороги Union Pacific, удалось пересечь бескрайние просторы великих равнин и покорить безжалостные склоны скалистых гор. В Rock Springs, ага. Железная дорога Central Pacific двигалась навстречу с запада, но зима 1868 года остановила все работы. Две колеи застыли всего в нескольких сотнях миль друг от друга. Сан-Франциско, Сакраменто. Среди гор. Америка, США от меня не отстает никак. Континентальной железной дороги казалось на расстоянии вытянутой руки, но ее забросало сугробами снега и сдуло ледяными вьюгами. Мечту, что родилась почти за 4 десятилетия до того. Руководитель компании. Почти максимальный уровень у меня, нифига себе. Максимальная оценка. Чуть-чуть до президента не докатил, совсем капельку прям.
Стоимость компании, продолжительность игры. О, стоимость компании только росла, 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 росла. Вообще, без малейшего спада. 4,5 миллиона. Длина путей почти 4000 километров. Обалдеть. Общий рейтинг 29,4. 0,6 не хватило до максимального рейтинга, блин. Рейтинг режима паузы, сложность карты, сложность соперников, выполнены задания, оценка по времени. Продолжительность игры 3 года и 6 месяцев. Стоимость компании 4,5 миллиона. Количество железнодорожных линий 9, количество станций 12, протяженность путей почти 4000 километров, вагонов в работе 37. Прикольно, чё. Можно, кстати, продолжить здесь же играть, короче, дальше развиваться. Можно просто продолжить, а можно в главное меню выйти. Ну, мы выходим в главное меню, ребятки, завтра... Единственное, не знаю, сделать примерно так же. Или я, может быть, чередовать буду с чем-то этот Railway. Посмотрим. Посмотрим, как будет состояние. Вот. В следующий раз продолжим уже тоже компанию. Продолжим, только... А, ну я золото получил, кстати говоря, да. Это же золото вроде, или это бронза, я чуть не пойму. Здесь я вообще не играл, почему здесь серебро? Странно. Это бронза или что это такое? А, это ничего, это просто, если такой значок, значит сценарий пройден, а если такой значок, значит не завершено. Понятно. Ну все, вторая глава открыта, так что в следующий раз продолжим со второй главы, будем смотреть, какие там нас испытания будут ждать. Надеюсь, тоже пройдет все гладко и красиво. Вот. А на сегодня всем спасибо, ребят. Всем и каждому по отдельности. Спасибо, что были, спасибо, что смотрели, пролайкали и всякое прочее. А, и да, Даску большое спасибо за поддержку. Вот, на этом все. Всем доброй ночи. Приятно отдохнуть. Завтра услышимся, увидимся. Погоняем, полетаем, покатаемся, потутукаем, похрюкаем. В общем, все поделаем. Ну, а на сегодня всем доброй ночи. С вами был Ромас и Покусечки.